Лубятник должен гонять, несмотря ни на что. Ни на похмелье, ни на ураганы, ни на снег. Тогда у нас стоящий лубятник. Ждут погоды, болеют с похмелья. Тоже лубятники, но... Подкинул голубей отсюда, со двора. Ветер. Ну, сейчас градусов. Сколько градусов, смотрел? 26 говорит, градусов, но еще утро сейчас. 10 еще нет. Я погнал голубей отсюда, а Вихи дал. Нагрузил целый чемодан, чтоб он завез. Так, что у нас по времени? Выложил. Десять часов погнали. Выложил стихию. Да пацана вот это жалко. А ну-ка стихия, херня. Пацана, что приехал, жалко попал. Ну а с другой стороны хоть живо стал. Кто-то говорил на седьмом шифере, кому-то руку грезал. На седьмом шифер, да, могло с балконом быть, да. Первый это уже пришел, остальных нету. Наверное, проседало все по пути. Ну вот наши последствия. Да? А, понял. Ну хорошо, что ты побачил. Когда село их 12, я его одного загонял. Да, не того я посадил. А того, что надо, не посадил, понял, зараза. Похоже они, я тебя как бы ругаю, а сам делаю то же самое. Пачку отдало хорошо, где-то в этом районе. Там 5. 5? 3 белых, 2 черных. Ага. Так, сейчас мы их... Вот они. Поймал. Раз, два. Вот четверку поймал. Это Витя кинулась с завода. 5 идет, да? Да, 3 белых. 2. 3 белых и 2 черных. Опа, сыграли там. Ага. Краснорябая, там одна краснорябая вижу, ага. Пятерка в горе, молодцы. 10 часов жара, солнце, но ветер есть. Пятерка метров на 300, я думаю, классно стоят. Два белых, бурорябы и два темных. Отличный полет. А? Жарко, и я сейчас спущусь. Красиво, красиво стоят. Еще пара пошли вверх. Смотрите, тут невысоко вот. А пятерки не видно, стянуло их. Пятерка очень хорошо, были высоко. Метров 400. А этот со вчерашнего дня старый ангел никак не может сесть. Вчерашний не ночевал, понял? Старый ангел. Это вот тут, что тебе нравится, знаешь, такой конопатый. Я говорю, какая масса. Хорошая погода, жарко, правда, но ветер есть, они сами скрываются. Но 5 стянуло, а сейчас буду я их ждать, потому что они пойдут. Вот та пятерка пойдет на результат. Они сегодня могут долго полетать. Где ловку пойдут? Да, в 10. Погода супер, голуби сами срываются. Подрывается. Пара вот стоит здесь. А пятерки нет. Пятерки нет. Стягивает ветерок сильноват, порывистый. Пятерка очень хорошо поперла вверх. Да и здесь неплохо. Ласточки, как кажут,
некоторые голубеводы. Ох, как я могу высоту сделать, подлец. Ластилки. Они меня лечат. С похмельем на сегодня. За руль сидать после обеда. Надо полечиться. Вышел тут. Облился водичкой. Так посижу за голубями, глядишь. После обеда отойду. Пью за кофе. Вот тут садятся. Вот беленький садится. Молодой. А двое чуть повыше. Ангелы кто-то тут. Вот они. Ну ветер такой порывистый. Пятерки нет. Я пока взял кофейка. Сходил. Белохвостая. Ох, и красиво стояла, как я с магазина вышел. Когда раскрыты вообще голуби, совсем другие, конечно. Вот она, вот она, вот она, вот она. О, ля-ля-ля! Видел, как испугалась белохвостая? Четвертая, вон. Туда. Испугалась стрижа, наверное. Видел? Как она сложилась. Не видел? Я за вот это, что на посадку заходит. А пятерки нет, да? Вот, пара подошла. В общем, сами срываются, а пятерка, которая была высоко, пока нет. Ну, будем ждать. Будем ждать. Показывает. Взял кофеечка. Кофе у нас хороший в магазине. Это самое кофе в зернах. В зернах варят. Стоит оно 6,5 гривни или на доллары перевести где-то 25 центов. Хороший кофеек. Голуби в поле. Ой, как красиво голуби стоят. Хули эту кофе показываю. О, надо что показывать. Вот они красавцы. Ах вы мои хорошие. Смотри, Димон, я под этим черным тебе дал голубей. Черный ангел. Один сел. Да этот сел, он и не летал. Он так, он с крыши. Вот пара. Это по одной голубке. И лентяй. Лентяй, возможно, был в пятерке. Вот этот лентяй, возможно, он был в пятерке. Эх, как он стрижей боится. Еврей, говорю, лентяй. Еврей, еврей. То лентяй на другу. Кофейка макнул, полегче стало. Кофе как-то оно немножко бодрит. Но ему увлекаться не надо. У меня был дружок Леха Колбаса, таксист. Ох, любил кофе. Царство ему небесное. Так что кофе оно не только лечит, оно и умертвляет. Пятерки нет. Буду сидеть ждать. Пятерки нет. Задуло. Появилось одно из пятерки. Сейчас оно появится. Сейчас чуть-чуть. Ты уже не видишь его, да, Пет? Он за крышей спрятался. Угу. Пересидели. Да. Вот одно из пятерки. А может, те, которые сидели, правильно говорит человек. Из пятерочки, возможно, что-то пришло полосатое. Я думаю, степцы так может. Все вместе бы, да, ты думаешь? Ну или вместе, или хотя бы несколько штук. Ну да. Когда Витя кинул, он говорит, 12 штук, 12 село. В общем, пока пятерки мы не видим. Одно пришло, но это, возможно, друг говорит, что это, говорит, не было высоко. Нашло оттуда. Мои стрижи. А вон беленькая, смотри, поверху. Где? Вон. Ага. Вон, смотри, с верхних, вон белое пришло, смотри. Вон показывает человек. Вот то с верхних, видишь?
Ага. Да, да, ветер хороший. Они сегодня целый. Да, 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 он порывчатый, порывчатый, да. Было три белых. Две чего. Значит, да, одно было рябое и два белых. Одно светлое появилось. Ну, час, да, час полета вот оно и появилось. Оно ж не может вечно летать. Ему надо или летать, или садиться. У него есть определенный ресурс. Я опять в гору поперла. Смотри, корень выше. Опять вверх пошло белое. Вот это? Вот, это поймал белого. Корень почти до моей бабушки достает, да? Это не белый, это рябая, Андрюхина. Это пришла. На туче вот, да, стоит, наша. А белый там был дальше. Не, вот это белый как раз, вот он. На туче стоит на белый? На туче, да, светлый. А ну иди сюда. Рябая. Да. Сними, девочка. Ага, подойди, давайте. Иди сюда, подойди. Идите, девочки. А лет через 5-7 они к тебе и подходить не надо. Угу. Это наши соседи. Так. Сейчас они скажут, как их звать. Как вас звать? Саша. Вот хорошие девочки. Все, мы будем знать. До следующей встречи. А где ж ты был, когда тут сорвал? На работе, наверное? Не, дома. Дома. И дома как раз на балконе смотрел. Ну, именно когда вот подала, не. А вот то ведь... Подрывается. С этого, ну, вот это одно пришло, вот это пришло. Не знаю, возможно, с пятерки, возможно. Нет, ну... По такой погоде у нас летает целый день. С крыши-то вот. Вот эта с крыши сорвалась по одной головке. Прошла в одной. Вот эта самая с крыши поднялась. Вот не гоняли. А, кстати, эта голубка, вот что эта дочка. Я мамку дарил часовщику. Часовщику дарил мамку. Две середки, 3.30 у нее кличка была. Вот это ее дочка по одной. 3.30 эта часовщика ушла, домой не попала. Парочка над домом. Чуть подтяжки. Шо, привет. Привет. Видишь, что? Смотрю, вообще завал. Да, ЧП завал. А там напереди машина стояла, я представляешь? Я видела, ты же там дверь открыла, да? Да, там да. Кто-то в машине был, да? Они мне позвонили. Я вызвал это, МЧС, и вот у их вытянули. Вытянули. Ой, ты посмотри, какие корни. Да. И как оно могло вот это вот выползти? Да. А он с женой там был, представляешь, в машине? Да, мы с окна, наверное, смотрели. Понятно. Да. А ты надолго приехала? Не, я уже в воскресенье уже. В Москву или в Ленинград? В Москву. Понял. Понятно. Ну ничего, главное, чтобы мы были живы, правильно? Да-да. Не, ну просто, конечно. Да. А там сквер, мне так жалко. Слушай, у меня же прям... Голубая ель вот тут вот здоровая. Там маленькая голубая ель. А там вообще сквера нет. Какие деревья, да. Вообще. Да. А мы перед этим, представляешь, были на Водной. Ага. Только зашли в квартиру, так. Потому что, ну, дождь уже начался. Ага. И как вот это как начался ураган, не знаю, как нас на улице не застало. Не говори. А я к ним шел, представляешь, вот так к ним шел и забыл ключи от машины. И повернулся и пошел туда, к машине. И вот это все случилось. А так вообще шел к ним. Они мне позвонили? Вот это да. Как раз вот так вот я вот так вот. Ну ты поняла, шел да, к ним. Это. Да. Да. О, появилась еще в горе там одна белая. Ё-моё, уже вот это из верхних. Хорошо, что я увидел. Вон выше это сейчас поймаем мы вам. Хорошо, облака есть. Так, 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 вот где-то тут. Сейчас мы поймаем. А, сука, не могу поймать. Так, 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 так. В горе появилась, наверное, бурорябая. Вон она появилась. Это уже она летает. За час пошло. Сейчас мы
Так вот над этим, так мы с ним пошли. Ориентир где-то тут. Ага, так. Отсюда пока не могу поймать. Вот, поймал. Вот бурорябая появилась. Это она была в той пятерке. Сейчас время посмотрим. 10 погнали. Ну, уже 10:10. Это 11, у меня что-то единица не горит. 11:10. 10:10 голубка летает. Смотрите, как самоподрыв. Вот когда погода, они сами идут. Вот сплошнячок сорвался, видите, по молодым. Вот такую вчера сплошнячку задавила. Это кто у нас? Бедненькая голубка, старая, наверное. Не пойму ничего. Так. Сплошной пришел. Чем пришел, сейчас крыша сорвался. Внизу снимать лучше. И красивше они, чем гору там ловить. Молодец. А сейчас все-таки, ох, пара красиво стоит. Сейчас поймаю вас, сейчас я вас поймаю. На облаках есть ориентир, вот пара красиво стоит. Бурорябая, 10:10. Это по одной сама сорвалась, прошлогодняя голубка. Красивая голубка. И рябая, 10:10. Сейчас Андрюхе надо позвонить. Это его голубка и мой голубок. Помните, я говорил, смертники будут. Вот при 10:10. Красиво очень стоят пара. Час 15 бурорябая стоит. Вон, смотри. Иди покажу. То по одной прошлогодняя с под 3:30. Да, дряпчастая с точкой. Но она, эта голубка недолго, как бы она сама сорвалась. А вот эта бурорябая уже 1:15. 10 часов погнали. Зараза, мне надо рядненький все-таки поднадутый мой. Под какой-то... Мне надо напарник по одной. Или напарница. Да возьми лысоголовую эту одна сбоку и начинай кидать. Она поживет, чем рядом, наверное, так и да. Надо будет. Оденусь сейчас. Там уже в голубятню зайди, посмотри. Там закрыта голубятня.